Открывается страница, что нас ждет на этот раз? В гости сказка постучится. Или, может быть, рассказ? Зазвучит и заиграет, затаится, засверкает, загрустит и улыбнется. А затем, затем, затем добрым словом отзовется всем, всем, всем. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы приготовили для вас одну серьезную историю о баронах. Да-да, не удивляйтесь. И с этими совершенно легкомысленными персонажами случаются серьезные истории. Насколько серьезные? А это нам с вами сейчас и предстоит узнать. Тем более, что история уже начинается. Итак, внимание! Жил-был один барон. Ох и барон это был, ох и баронище! И были у барона воспитательницы и, так сказать, дворецкий, а еще друг, тоже барон. И вот однажды... Йо-хо-хо, готов я съесть 15 штук конфет, 15 штук на завтрак и 20 на обед. Йо-хо-хо, была бы честь предложена, а там съем сколько не попросите, я обещаю вам. Ну? Что ну? Горизонт чист, как глаз новорожденного. Никого! Где-то он, а? Шушел! А, ну куда? Дай посмотреть, дай. А ну-ка, минуточку. Тихо. А ну-ка, минуточку. Да поднимите меня уже в конце концов! Да сколько можно? Сколько можно? Я весь замок ополз на четвереньках из-за этих воспитательниц. У них что сегодня, повышенная активность? То одна, то другая. С колен не подняться, везде тут же углядят. Что с ними такое? Так это была твоя идея, посыпать им в постели рыжих муравьев. Так они теперь весь замок осматривают, хотят узнать, где эти муравьи обосновались, чтобы их выкурить. Рыжих муравьев? Какая глупая и жестокая идея. Знаете, что за это с вами сделали бы на корабле, а? Хватит нас пугать. Так, а это что? Коробочка с бантиком, как ты и сказал. Я же сказал, красная с бантиком. Какая разница, написано конфетой. Вот именно. Так, эту коробку надо будет вернуть назад. Что? Дай сюда. А ну-ка, отдай. Дай сюда. Я говорю, отдай. Дай сюда. Отдай. Что это? Что это? Подлог. Господа бароны. А что это все значит? Подождите. Как вы смели? Где все конфеты? Мы бы тоже хотели это знать. Где конфеты? Очень бы хотели. Но я к этому не имею никакого отношения. Даже не старайтесь мне лгать. Я уверена, что мне известны виновники вот этого происшествия. Ну, назовите имя этого негодяя. Я его... Или сколько их там? Да, должите мне список, пожалуйста. Хорошо. Это ваших рук дело. Что? Да. Это оскорбление, причем незаслуженное. Да это клевета. Ну это кто-нибудь помогите мне встать, у меня уже коленки как пушечные ядра. Ой, еще бы чуть-чуть, и я превратился в каменного льва. Еще бы, столько времени проползать по каменному полу. Что? Да, он... Вы понимаете, что... Ничего, со мной все в порядке. Очень хорошо. Это кстати, потому что я позвала портниху, чтобы она сняла с вас мерки для пошива одежды. Да какая портниха? Меня сейчас интересует только одно. Где наши конфеты? Да, где? Досточтимые бароны! Я попрошу
больше не разыгрывать эту комедию. Потому что вам все равно придется отвечать за содеянное. Вот так. Нам? Да? Ну, может быть, не стоит судить их слишком строго? Судить? Да! На! Судить! Здравствуйте. А, вот и портниха. Не сейчас. Барон, я уверена, что у вас найдется минута. Не найдется, потому что именно в эту минуту мы отправляемся на место преступления. Жорж! Да! Дворецкий! Жорж! Жорж, ты где? Куда он подевался? Только что же здесь был. Жорж! Чудеса! Жорж! Я, кажется, знаю, где он. Господа бароны, что вы задумали? Что здесь происходит? А кто же его знает? Позвольте, позвольте. Жорж! Это не я! Жорж, что с тобой случилось? Как? И вы тоже? А как же поговорка Зенсина на корабле быть в беде? И что, я тоже на каком корабле? Ну, с Жоржем мы ходили на абордаж там. Абордаж? Да. Жорж никогда море-то не видел. Как? У нас в деревне озера-то толкового нет. Так, я попрошу вас задержаться. У меня там срочное дело. Да нет, ты все-таки ошибаешься. Он морской волк. Ай, бравый вояка. Жорж? Наш пастух. Он просто вырядился, как на ярмарке. Барбара, ты ошибаешься. Мы с тобой не знакомы. Ты меня с кем-то перепутала. Прическа другая, посмотри. Это он для работы. И за работу он на что угодно готов. Чем докажешь? А вот чем. А? А как же... И глаз чернее, чем беда. И шпага наш багаж. Готов всегда, готов везде идти на абордаж. Так это из книг. Так может вы еще что-то расскажете? Ты уволен. Ой. А может быть... Что? Надо проверить, ничего ли у нас не пропало. А ну-ка, вылазь карманы! Бароны, я запрещаю. Давай, давай. Выворачивай. Ой, Жоржик, прости, я не хотела. Наши конфеты! Ах ты! Я не хотел. То есть я хотел, но не так. Я в темницу. До конца дней. Покутиться нас самое главное. Казните у нас. Ой, бароны, я прошу умерить ваш пыл. Я детям в деревню хотел. Они такого никогда не видели. Ох, какой добренький. А попросить нельзя было? Вы бы меня раскусили. Старый морской волк и конфеты просит. Просто Жоржик очень добрый, но неустроенный. Ах, добрый, да? Добрый. В темницу! Простите, господа бароны, но мне нельзя в темницу. Я темноты боюсь. Никакой жалости. И никакого прощения. Помилуйте! Казнить! Нельзя помиловать! Досточтимые бароны, я, конечно, понимаю, что у воровства нет оправдания. Нет оправдания, никакого. Но я прошу вас сменить гнев на милость. Нет, нет и еще раз нет. Никогда. Бароны! Это жестоко! Но зато справедливо! Из-за каких-то конфет! Это даже не рыжие муравьи! Кстати, это не ваши проделки? Нет-нет! Это отвратительная выходка! Ужасная, жестокая и глупая! Я говорил баронам, чтобы они этого не делали! Что? Да, мы признаем, это была ошибка! Все ошибаются! Да. Хорошо, я собираю вещи. А кто нас будет отпитывать? Да, кто кормить нас будет, смилуйтесь, мы больше не будем. Нет, нет и нет, никакого прощения. Тот, кто не умеет прощать других, пусть сам не рассчитывает на прощение. Ну, вы сравнили, одно дело это он. Да, другое дело это мы. Мы это мы хорошие, а он... Я собираю вещи. Нет. Да. Ну, мы уже простили. Да, всего уж там. Фу, а я уж думала, пропал Жоржик. Я тоже. Ну что ж, я готова поменять свое решение. С условием, что вы отловите всех рыжих муравьев. Всех? Да. Но мы готовы. Да. Хорошо. Я могу помочь. Я знаю, на что их приманить. Молодец. Ты снова принят на службу. Да. Спасибо. А конфеты отнесите детям и вторую коробку тоже. И больше никогда без спросу. Никогда, никогда. Да. Можете мне поверить. Подождите, Она конфет. Ах, бароны, бароны.
Вот такая история, дорогие мои. Согласитесь, так бывает и в нашей жизни. Мы долго-долго храним обиду, сердимся. И о том, чтобы простить виновника наших обид, даже и слышать не хотим, сколько бы он ни умолял. Но вы же знаете, мои дорогие, что все ошибки делаются по глупости, поэтому всегда надо прощать другим их промахи. Сложно, скажете вы. А вы вспомните себя. Ведь если мы сами наделаем ошибок, то тут же ищем прощения, надеясь на доброту тех, кого мы обидели. И удивляемся, если нас не прощают. И даже возмущаемся, какая жестокость. Получается, нас должны прощать, а мы нет. Странная картина получается. Поэтому, друзья мои, запомните одну простую истину. Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе самому. Вы скажете, это только слова? Ну что ж, проверьте их. До новых встреч, друзья. Храни вас всех Господь, мои хорошие.